Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Ну что ж, добро пожаловать в новый ивент. Пятница, по традиции новая рыба. Сегодня у нас новая рыба появилась на локации Гималаи. Это же бенгальский речной угорь. Ну что ж, друзья, ивент, скажу сразу, довольно-таки непростой. Опять же, такие заточенный под донат, максимально подзаточенный под донат. Единственное, что разработчики сделали, это на разных уровнях разные задания. Ну, настолько я знаю, там ребята делились скриншотами в чате телеграма, до 190 уровня там совсем другие требования, совсем другие запросы. Реально, в половину меньше. Ну, ладно, не суть. Так, тут третье место на вызове. 16317 мифа взял. Ну, в общем, вызовы не идут. Толком ничего не идет. Усилителей нету, все поджигали вчера еще. А сегодня они дали нам новую рыбу, но не дали на нее приманок. Забыли просто. А зачем? Там кому надо купят. Все правильно. Остальные как-нибудь перебьются. Это, конечно, неправильный подход. Ну, имеем, что имеем. Ладно. Что у нас тут? Так, ну, он опять бенгальский угорь. Он у меня 5 уровня. И то это максимально. Это все, что я смог выудить. Это потолок. Удочки, естественно, нету на нее. Удочка мне не родная, семерка на мифа, буду ловить на нее. Других вариантов у меня нет. В общем, ничего я толком здесь сделать не смогу. Как есть, так есть. Ну, плакать не буду, жаловаться тоже не буду, потому что смысла нет никакого. От этого ничего не поменяется. Что я хотел? Первый день у нас тут. Так, вытянуть бонус 3, 4, 5. Ну ладно, бонус я вытянул. Тут мне немножко с бонусом повезло. И то, бонус я вытянул ровно 5 и 0. Ровно-ровно. Тупо в идеале. Ну, в идеале бы, конечно, было бы 6 с плюсом. Но нету такого, к сожалению. Не нашел. Поэтому имеем, что имеем. Так, тут у нас улучшение приманки до 6, 7, 8 и 12, понятно. По первому дню. Здесь у нас с мифом 9, 10, 11. Так, сом валаго 15, 710, 16, 300. Ну, 16, 300 я еще потяну. 16 925, ну, навряд ли с моим деревом, навряд ли. Даже пусть у меня есть удочка на мифа, так же самое с катлей. Здесь просто победа за обеих рыб, и так же самое 15 700, 16 300, 16 30 и 16 925. Так, и 10 поединков с бенгальским речным угрем 6 7 8 9 10 9. 5 935, 6 600 я даже не ловил, 7 450 и подавно. Ну, в общем, запросы у них реально под донат. То есть, как я могу 12 звезд новую рыбу потянуть в первый же день? Они это просят в первом дне сделать, попрошу заметить. Если они дают тут всего 3 приманки, 5 и 15. Ну, то есть 4-5 уровень. А, ну, в общем, нет слов. Друзья, без комментариев. Вызовы, естественно, первые места. Даже и думать об этом не думаю. Да, начиная с 5, закрыл все. До 5 тут пролет полный. Ну, я так понял, ивент будет проходить на полном расслабоне. То есть разработчики у нас решили высосать все, что есть. А что не есть, пожалуйста, вот копилка появилась. Можете влить. Что не в копилку вольется, вольется в магазин. В магазине там приманок всегда предостаточно. Ну, тут ребята не угадали. Ни одной приманки я не куплю. Чисто принципиально никаких покупок делать не буду. Ивент сам по себе ни о чем.
награды тоже такие смешные. Последняя коробка. У нас тут по 100 усилителей, 100 жетонов и 2 непонятных золотых пакета фортуны. Да дайте вы 2 гигантских пакета фортуны. Что вы даете 2 золотых пакета? Ну, это с тем учетом, что до последней коробки доберется, ну, единицы. Ну и в рейтинге я хотел бы показать. За место в рейтинге тоже награды. Ну, друзья, ну просто смех. Просто смех. Первое место в ивенте, чтобы взять, это надо, я не знаю, сколько штук баксов влить. Ну, ее не дают 5 золотых пакетов фортуны. Ну, тоже неплохо. В принципе, хватит. Обойдешься. В общем, все, не буду продолжать это. Не хочется. Так, ну что ж, начать. Ксом Валаго за обеих рыб. Заодно мне 16 030 надо взять. Поехали. Ребята, конечно, тут поплыли конкретно. Именно разработчики тут именно поплыли, я других слов просто не подберу. Если раньше было интересно как-то ивенты проходить, там что-то как-то коробки открывать, то сейчас это, ну, тупо донат. Печально. Ладно, но мы будем пробовать все это дело проходить и так. Что будет, то будет. Пройдем, не пройдем, не важно. Порыбачить, порыбачим. Сейчас погляжу, что получится. Да, без усилителей, конечно, печально. И опять же, завтра они впихнут рыбацкую битву. И будут на рыбацкой битве рулить только те, у кого куплены приманки. Те, кто не покупал приманки, ребята, будьте так добры, подвиньтесь, пожалуйста. Можете в рыбацкую битву не заходить. Ну, примерно так. Это будет выглядеть. Ну, либо же кто... кстати, еще вариант есть. Либо же кто не участвовал в ивенте, который в четверг получил награды и не заходил в ивент до сегодня, может быть, еще там что-нибудь перепадет. Ну, не факт. Так, ну 49, ну понятно, ладно. Так, еще пробовать. Так, рыбаки активные. Привет. Ну поехали, так. И речной угорь попался вот опять. Буду пока на мультик кидать, у меня нету других вариантов. Можно еще сонаром, конечно, помочь там поискать. Ну, сонары как бы есть, да, в наличии, но их очень-очень жалко. Вот, пожалуйста, угря на 7000 потянул товарищ с бонусом 6,5. Ну, есть ли смысл мне сейчас с ним тягаться? Конечно, нет. И такой каждый второй игрок. То есть удовольствие от игры просто сумасшедшая получаешь. Получается так. Ну, эти 6 там бонус на мифа. Ничего себе. Ну ты красавчик, Олежа. Ну давай, все. До свидания. Ну вот таким вот макаром мы и рыбачим, друзья. 10 поединков, в лучшем случае одна победа. Кстати, клановый бустер. Всем спасибо, товарищи соклановцы. Бустер закрыли буквально мгновенно. Я даже не успел толком понять, что к чему. И уже пришло уведомление, что клановый бустер уже готов. Тут ребята молодцы, красавцы. Но, к сожалению, с бустером не... В этот раз ничего не перепало. Тут мне не подфартило. Да, там ребята отписались. Кому-то 3, кому-то 5, кому-то 17. Ну, мне не повезло. В этот бустер, к сожалению, я не попал.
Ну и такое бывает. Зато в прошлый раз с бустером мне подфартило, конечно. Когда новая рыба была прошлая, с бустером мне подфартило. Ну, катля 12-я на мультикрючок. Хоть что-то берет. Хоть что-то радует. Двенадцатый миф на мультик берет. Это уже хорошо. Ну, пускай пока так. Может, победу удастся за обеих рыб. Есть такое дело, да. За обеих рыб победу забрал. Так. Что у нас тут в рейтинге? 358 место. Понятно. Я опять на первом месте. Вот этот Бекклин Бино. Он и в прошлом ивенте был, и в этом ивенте. В общем, как только перешагнул на уровень 200, ивенты стали притормаживать. И причем конкретно притормаживать. Очень-очень сложно стало в ивентах играть. Да, оно туда немножко попустит. К 203-му, к 204-му уровню. Ну, пока так. Так, бенгальский речный уголь. Ну, попробую сейчас еще покидать. Десять тысяч, ну, вообще слабак. Так, ну, попробую тут немножко сонаром помочь. На 15 тысяч. Может, хватит. Так, ну и тут новую 5000, 5200, ну, пускай будет 5200. Без сонара это, ну да, 4999. Ну, даже 5500, ничего себе. Чисто на сонаре. И то сейчас на сонаре сильно тут не разгуляйся, потому что это 1000 сонаров сейчас улетит на раз-два. Так, есть победа. Что у нас тут? Ага, рыба-копилка, спасибо. Так, 6500. Что у нас тут дают? А, удочки дают. 6500. Это еще терпимо, но это пока что. Так, ну поехали дальше искать. Ну, 6564 мой лучший результат, да, 11-е. Ну и то. Еле-еле в натяжечку в такую. Так, 4600, 8500, эпик. Ну, если сегодня мифы, то у нас, по идее, завтра будут эпики. С эпиками тоже беда. У меня на эпика удочку. Удочки нету. Есть легенда, есть миф. Пару раз закинуть. 5000, 5700. Так, ладно, эпик мне сейчас не нужен, на эпика не буду тратить, я усилители, мне нужен угорь.
грузиков и так нету. Чисто случайно удалось мне третье место взять, чтобы грузиков хоть немножко заполучить. Так, 6200. Победа есть, хорошо. Даже второе место пока. Ну да, 45 минут еще до конца. Тут еще скинут. Еще скинут много-много раз. Ну ладно. До четвертой коробки ясен. Красен нам сегодня не долезть. Ну, по крайней мере, мне точно. Может, кто-то уже и дошел, и перешел, но не я. Так, ну попробую пока на мультик кинуть. Посмотреть, стоит ли вообще тратить усилители. $13900. $15000. Ну, даже так. Ну, тут попробую поискать. 200. Конечно, бы в районе 7000. Хотелось бы, но на пятую приманку. Это как пальцем в небо, друзья, тыкать. Фактически нереально. И была там возможность. Один пакет давали в начале ивента. Была надежда, что там что-нибудь упадет. Ну, конечно же. Конечно же, нет. Конечно же, ничего не упало. В общем, этот ивент можно считать не то чтобы ивент, но первый день ивента можно считать провальным. Я не знаю, как там дальше пойдет. Но пока так. Не очень, скажем так, зато просто ивент с новой рыбой зашел на ура. Я и 13-ю вытянул. Ну, в общем, прошлый ивент мне с новой рыбой понравился. Вот 16300 на голый крючок. Кстати, по-моему, там сом и нужен был на 16000. По-моему, да. То есть не надо было даже усилители тратить, он сам по себе закрылся. Ну так хорошо. Это 100, ну да, тут. Никак, не хочет. Так, восьмая победа. 6200, 6500. Ну, посмотрим. Может быть, даже и там что-то какие-то, какое-то третье место удастся забрать. Да, сумма Логан на 16030 сам по себе, в общем, закрылся. 282 места в рейтинге. Ну, понятно. Тут осталось два поединка. Я уже закроюсь с новой рыбой. Ну и, в принципе, все. На сегодняшнем дне можно сказать все. Так вот, заходить раз в час, кидать вызов на вызов, там что получится. И, в принципе, все. Больше ничего мы сделать на сегодняшний день не сможем. 12-звездочную на пятую приманку без удочки даже пытаться не стоит. Это голый номер. Так, 16200. Хорошо, что я сразу на мультик кинул. Там товарищ сразу на 16200 потянул. Тоже, кстати, на голый крючок. Без усилителей. Ну, это нормально, в принципе. Если хорошая удочка, хорошая приманка. В принципе,
вполне вероятно. Ну, как вот у меня только что вот предыдущий поединок тоже на 16-300 зашел миф на голый. Ну, на мультик только. Поэтому я оставлю, наверное, товарища в покое. Пропущу его вперед. Пусть себе плывет. Дальше бороздит морями, как говорится. Ну, я еще покидаю. Тут еще два поединка осталось. Можно сказать, в общем, этот ивент проходит у нас так, налегке. Без особых там напрягов, нервов, потому что нервы, понятно, все знают, что нервные клетки не восстанавливаются, нервничать, психовать, нету смысла. Это ничего не поможет. Понятно, хотела его тут на 17-300, ничего себе. Это красава, красава. Это тринашечка пошла. Миф, хорошо как, а? Что там у тебя? 6-4 бонус, 3-9 бонус. Ну, молодец. Все, дальше я не буду даже пытаться кидать. Ну, здесь человек 13-го мифа тянет почти сразу. Ну, зачем там, зачем мучать себя, и не стоит. Отпустим мы его, пускай дальше себе идет, ищет других жертв. Понятно, на 17-300 мифа. Хорошо, красавелла. Вот это уровень. Нам, конечно, еще так до такого уровня качаться и качаться. Чтоб так налегке 13-ю тянуть. Вот, ну тоже. Алексей на голый, только с часиками. 13-400. Понятно. Но я хочу посмотреть, что он там с новой выловит. Есть ли смысл с тобой бороться? Или нету? Так, ладно, сейчас мы поможем немножко сонаром поискать. Может, подфартит. Так, а что он там? 15-800 и 4-700. Ага. Понятно, ну, может даже получится. Может даже получится победу забрать. Да, получилось. Нормально. Есть 9-я. Ну, еще одна победа. И, в принципе, друзья. Так, Житомир VIP. Знакомый клан. Неплохой. Сейчас посмотрим, что там Димон натянет. Как он там накрышил, прикрышил. Что там у него сейчас выстрелит. 8-100. Что-то слабенько. Пятьсот. Ну, вот, в принципе, все, что четыре 900, 5-300, 5-200. Нету крупничка, конечно, на пятую приманку. Никак.
Ну и все. На этом все, в принципе. Я думаю, для победы этого будет достаточно. А большего мне и не надо. Была надежда, конечно, на клановый бустер, что с бустера перепадет. Хотя бы на шестую приманочку, чтобы сделать. Тогда, конечно, было бы немножко уже повеселее. Так, ну все, поединки все закрыты. Все закрыто. Ну, пока второе место. Ну, это что-то совсем какие-то смешные цифры. Обычно тут 7300, 7400, 7500. Что-то тут непонятки. Либо рано еще, под конец, там, когда 10 минут останется до конца вызова, 5-10 минут обычно, тогда народ как бы активизируется. Ну, пока так. Клановые войны, кстати, тоже тут крах полный. Да, не последнее. Держим четвертое место. Даже, кстати, еще неплохо. И идем. Всем, друзья, спасибо. Всем, кто старается участвовать в клановых войнах. В принципе, все позакрывали. Остались только... А, еще эпические тут осталось 8 штук. Личные горы еще. 10 звезд. Ну, в принципе, почти все закрыто. Еще 2 угря осталось. 12 звездочных из 5. Ну, в общем, буду надеяться, хотя бы в третье место мы попадем. И то будет хорошо. Все, друзья. На этом буду заканчивать этот веселый рыбацкое, как сказать, состязание, веселые рыбацкие гонки, непонятные. Ой, в общем, день на смарку, можно сказать. Так, по минималке сделал и все. То есть удовольствия от этой игры никакого. Завтра будет новый день, будет рыбацкая битва, возможно, большой турнир. Будем уже смотреть. Ну, в моем случае, я так понял, в рыбацкой битве оформить усилители уже не получится. По крайней мере, в этом ивенте. Ну, как минимум, позабираю максимальные, конечно, все награды, которые можно. И на этом все. Все, друзья, хотелось бы пожелать вам удачи на этой локации, у кого Гималаи, также ни хвоста, ни чешуи, и достигнуть наивысших порогов в событиях. Также хотелось напомнить, кто смотрит это видео и до сих пор не подписан на канал, оформляем подписочку, нажимаем на подписочку. За это вам прилетает лично от меня благодарочка. Ставим лайки, пишем комментарии. С удовольствием с вами со всеми пообщаюсь. Ну, на этом буду заканчивать. Ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи, пока.